Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Alcatel 1S выполнить полный сброс абсолютно всех данных через настройки. Открываем приложение «Настройки» для начала, затем мы должны с вами спуститься немножечко вниз, в самый низ, если быть точнее, и нажать на пункт «Система». После чего выбираем «Заводские установки», нажимаем «Удалить все данные», «Сбросить настройки» и последний раз «Сбросить настройки» и дождаться, пока телефон перезагрузится. Ну что ж, на этом все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.